Че ты улыбишься? Я тебя не фотографирую. А снимаю, как ты свинячишь. Ой, застрял. Философия экономики, дембельский альбом, указание гражданкам, израильское военнослужащее, со связанными палестинцами. И люди на солнце, Начнем, как всегда, с напоминания главы «Палестинской политики». Сводка подготовлена нами совместно с коллегами из редакции портала «Медиа» и «Вайпайка». Вся неделя за принятие. Премьер-министр Израиля Бенни Нетаньяху посетил с официальным визитом Грецию. Он встретился со своим греческим коллегой Георг... Ах ты, свинюхин такой, ты что мне телевизор выключил, а? Тебе что, больше делать нечего, ну ладно. Тя-тять. Ти-ти-тич. Тя-тять. Тя-ря-тя-тять. Тебе ж не нравится этот сок. Скажи, толку от этой банки, то, что она там стоит, никакого. Охрана посольства обезвредила нападение, который получил огнестрельное ранение в области колена. Затем палестинец был передан израильским властям. После того, как раненому... Да ладно, тебе ж не нравится этот... Давай, пойдем. Тель-Авивский суд принял решение о продлении его ареста на 7 дней. Военно-воздушные силы нанесли серию ударов по объектам палестинских боевиков на юге сектора Газа. В результате были разрушены несколько тоннелей, которые используются террористами для переправки оружия с Сирийского полуострова. Эта атака стала ответом на минометный обстрел территории Израиля. Нашли грязный памперс, да? А ну, Милан, Милан, эй, нельзя, ну-ну-ну, нельзя. Израильская армия приступила к сносу бетонной стены, отделяющей Иерусалимский квартал Гило от палестинских деревьев Пейджала. Двухметровое сооружение было воздвигнуто 8 лет назад, на время второй оккупации. Тогда Гило поддержался Пойдем. На, пойдем. Да что ж ты лентиюшка такой, а? То я сформулирую свой первый вопрос в иной плоскости. Не только экономической или административной, сколько в моральной.